На Некрасовской участники небольшой аварии создали огромный транспортный затор, пока пытались выяснить, кто из них виновен в случившемся. Автомобиль Honda HR-V двигался со стороны фуникулера мимо 96-го дома по улице Некрасовской к проспекту 100 лет Владивостока. За рулем кроссовера находилась женщина. По словам дамы, в этот момент со стороны автозаправочной станции на главную дорогу неожиданно выскочила Toyota Camry. Ехала с главной, девушка не уступила, ехала со второстепенной. Не убедившись в том, что я ехала с главной, стала тормозить, отходить направо. Я ее по касательной задела, все. Рулевая Honda HR-V ударила по тормозам, но остановить машину уже не успела. Кроссовер врезался в левую заднюю часть Camry. Toyota пилотировала еще одна дама, и свою вину в ДТП она признавать не спешит. Ничего я не выскочила. Как бы я выскочила, я бы выскочила уже сразу туда. Я потихонечку ехала, смотрю, она быстро очень ехала. Я понимаю, что я бы в любом случае не смогла бы выехать. Поэтому я притормозила и пропустила машину вперед, и все. Хотя я уже выехала, то уже на этой полосе была. Пока дамы выясняли, кто из них виноват в случившемся, их автомобили перекрыли одну из полос дорожного движения. В результате на Некрасовской собралась огромная пробка.